Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Magic Holy Play, первый серий, мы здесь Кирилл Путбуль. Итак, друзья, сегодня будет такой необычный видеоролик, сейчас я вам покажу самую веселую работу. Я снимал видосы про самую прибыльную работу, но самую веселую я не снимал. Я недавно обнаружил эту работу, что она такая прикольная, реально. Думаю, вы сами догадались, какая это работа, но сейчас я вам все покажу и расскажу. Кстати, я думаю, вы заметили, что видосы начали реже выпускаться. Все потому, что вы не набираете 100 лайков. Я вас реально прошу набрать просто 100 лайков в начале видео. А вы этого не делаете. Поэтому, если хотите, чтобы выходили чаще видосы, ставьте лайки. Все зависит только от вас, пацаны. Мне нужна от вас всего лишь отдача. Вам трудно за 5 секунд, просто можно поставить спокойно лайк. И все. И, кстати, подписывайтесь на канал. Давайте попробуем до лета добить 11 тысяч подписчиков. Итак, как вы поняли, это работа шахта. Что здесь такого прикольного? Возможно, да я такой дурачок, что меня это так веселит, что... Что именно, пацаны, что меня веселит именно, это то, что вон тот вагончик, он ездит. И на него можно зацепиться и на нем ездить. Как я понял, тут такая система работает. Вот, вы носите руду. Вы носите руду, и как только заполняется вагон, он начинает ехать в ту сторону, чтобы разгрузиться. Я так примерно посчитал, нужно где-то 5000 руды загрузить, чтобы он начал ехать. И, блин, это так угарно просто, я реально смеялся просто чуть не до слез. Потому что я зацепился за поезд, за него можно зацепиться. Блин, ну, сейчас я вам этого, наверное, не покажу. За него, короче, можно зацепиться. Сейчас, вот так вот зацепиться. И я вот так ехал, и за мной бежали другие работники, какие в шахте работали. Это так просто угарно было, блин. Он такой бежит, потыкается, падает, блин. Ну это было реально угарно просто. Это просто было угарно. Я сейчас здесь один, к сожалению, сейчас онлайн маленький. Я снимаю в 11 часов вечера видосик, да. Ну не знаю, я сейчас побольше хочу на родине поснимать на самом деле. Потому что по мазингу я уже снял почти 900 серий, как вы знаете. И... Ну, хз, короче. Сейчас я попытаюсь заполнить сам этот поезд, чтобы он поехал, короче. Видите, я здесь сам работаю, но, скорее всего, это будет очень долго происходить, потому что я здесь сам. Я здесь сам, блин, но я хочу вам показать, как он поедет. Это реально просто угарно. И здесь, кстати, довольно-таки немаленькие деньги платят. Ну, серьезно, можно нормальную сумму денег так заработать, я вам скажу. Серьезно, можно нормальную сумму бабок заработать. Ну, блин, скорее всего, я, наверное, буду долго работать. Но, блин, постараюсь сейчас поработать и показать вам, как он поедет все-таки. Блин, на самом деле, я, походу, буду долго работать. Но саму здесь, на самом деле, скучно работать, когда здесь много людей. Я сюда приходил, по-моему, в субботу или в пятницу, часов 9. То здесь было человек 15-20 работало. И мы намного быстрее загружали этот вагон, и он начал ездить. И, блин, мы все на нем катались в основном. Ну, кто успел запрыгнуть, короче, на него, те на нем катались. Но так, блин, самому здесь очень скучно работать. Но когда здесь народ есть, то на самом деле здесь очень весело. Я реально смеялся, когда я запрыгну и еду, и поворачиваю просто камеру назад, и за той пехоты не могут добежать до него, запрыгнуть и падают просто. Это так было угарно. Минуточку внимания, хочу посетить вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел. Листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Вы себе представляете. Пацаны, копись, когда сворачиваешь игру на паузу, и потом мышка не работает, и приходится меню дрочиться, то ставьте плюсик в комментариях. Кстати, теперь добавили такую хрень, типа, и когда принимаешь какую-то фому новенького, то его нельзя уволить 3 дня, короче. И сделали теорию в автошколе. Я просто видос снимал, помните, про обновление. Кстати, там был косяк звуком, я не знаю, я вроде сейчас... Перед тем, как снимать, записал там отрывок, послушал. Вроде бы все нормально со звуком должно быть. Но у меня, походу, что-то с микро. Микрофон у меня, если что, нормально. У меня такой самый микрофон, кстати, как и у Булкина.
Ну, думаю, его знают все, в принципе. И, блин, я не знаю, у меня в скайпе звук хуёвый, я постоянно пропадаю и так далее. Не знаю, может, я просто провод передавил где-то. Скорее всего, оно так и есть. Ну, надеюсь, это что-то с компом было, я его перезагрузил, и вроде бы все нормально. Но тогда я просто посмотрел, потом я не настроил микрофон, я просто штекер высовывал-всовывал, и настройки сбились, короче. И поэтому так было тихо слышно, но надеюсь, сейчас будет все нормально. Что-то это не смахивает, пацаны, самую силу работы на сервере. Но, блин, просто вам бы показать, как он ездит, этот вагон, вы бы все поняли. Хотя, я думаю, многие видели это, но, блин, я просто сейчас здесь сам, онлайн маленький, блин. Даже 150 человек нету, и никто здесь не работает, кроме меня. Мне сейчас будет очень трудно его загрузить. Не знаю, загружу я его вообще. Кстати, думаю, видосы видели, типа, я показывал, там, трамплин для лодок добавили. Скорее всего, это будет МПшка, но лодки ломаются, поэтому лучше не катайтесь, они просто при пару ударах ломаются. Скорее всего, да, это будет какая-то МПшка, типа, картинг там и так далее. Возможно, сделаю, чтобы лодки просто не ломались, либо сделаю так, что вместо лодок будут просто, мне кажется, вот эти воздушные подушки. Они ж нормально ездят по воде. Скорее всего, наверное, так и будет. Ну, не знаю, посмотрим. Будем ждать обнов. Но Амазин пока радуется обновой. Но, видите, онлайн, пацаны, все-таки падает. Амазин начинает потихоньку умирать, как бы это грустно ни звучало. Поэтому, не знаю, они вон ютуберов заказывают, ГВР снимают, по-моему. И, по-моему, еще кто-то снимает. Не знаю, мелкие ютуберы, я думаю, онлайну не помогут. Хотя, не знаю. Возможно, мои видосы как-то помогают онлайну, но я не думаю, да. Это сильное заявление, ну ладно. Так, пацаны, вот он поехал. Надо на него запрыгнуть, блин. Вот про это я вам говорил, что можно из него просто свалиться. Вот, вот так вот ездить можно, короче, пацаны. Вот такой скриншотик сделаем. Походу, сколько я загрузил? А, ну, видимо, тут не так много надо загружать, пацаны. Я думал, придется больше работать. Я вон 734 руды загрузил и все. Как бы, блин, это нормально, я думаю. И просто бы катаемся, пацаны. Блин, ну жалко, никого нету, так бы порали. Видели, как я пытался с него запрыгнуть? Так само человек 15, знаете, бегут, пытаются запрыгнуть. Это так угарно, блин. Просто я тогда не записывался в успех, я тогда смеялся просто жестко, реально. Просто жестко смеялся. Сейчас давайте выгрузим всю эту тему. И он потом будет еще назад ехать, короче. Ну это реально круто. Он еще сейчас назад будет ехать, видите? Я не знаю, как тут работает, видите, она еще прибавляется, типа, там и так далее. Не знаю сейчас, сколько нам заплатят, думаю, 1002 где-то, ну, здесь, кстати, нормально платят. Сейчас на сервере, нет, X2 убрали, походу, выходные прошли, X2 убрали, я так понял, да. Ну что, печалька. Не знаю, я готов здесь работать для того, чтобы просто покататься на нем, серьезно. Хотя можно прийти просто, ну, гражданским, не переодеваться даже, и ждать, пока его загрузят, и тоже запрыгивать на него и кататься. Ну, реально, блин, не знаю, мне ухарда, когда люди бежали просто, блин, ну, блядь, это надо было просто видеть, чуваки. Так бы, я вам, словом, не, вы не поймете на словах. Это надо было видеть, короче, но я тогда не снимал ни хера. Я просто зашел сюда поработать на аккаунт Кирилл Красава, на бэке сюда приехал и работал, короче. И, блин, я, честно, я первый раз работаю на шахте после ГО. Ну, это уже второй раз, я в субботу или в пятницу здесь работал. И сегодня понедельник, я записываю видосик, короче. Ну, потому что, я не знаю, на выходных я решил чуть-чуть отдохнуть. Но я стримил и видосик по родине там записал. То, что я вернулся. Да. Поэтому вот такие вот дела. Сейчас он должен снова будет поехать. Но, блин, когда он начнет ехать, блин, мы не успеем на него запрыгнуть, скорее всего, потому что мы будем нести вот эту тачку сюда. Поэтому, не знаю, сейчас пробуем запрыгнуть на него еще раз. Но сейчас, скорее всего, он может поехать. Так, еще не едет. Но, блин, он может в любой момент поехать. И я всегда реально ждал, пока все выгрузят, чтобы просто на нем покататься, блин. Ну, не знаю, мне так угарно на нем ездить. Просто, вы бы знали. Так, а мы можем ее уронить, эту тачку, или нет? Не знаю, видите, мы, типа, загрузили, и вот выгружаем. Типа, тоже прибавляется руда. Ну, не знаю, блин, как-то странная система, я до конца ее не понял, на самом деле, вообще. До конца реально я ее не понял, эту систему. Так, я уже что-то достаточно много выгрузил, но еще выгружать надо будет. Блин, я уже хочу, чтобы он поехал, но, блин, я наверное, не успею за него запрыгнуть. Так, он не начал ехать? Нет, походу, сейчас вот этот последний раз. Нет, блин, что-то долго я выгружаю, на самом деле. Хотя вот это сейчас, я думаю, еще раз, и он поедет. По-любому, или нет, не поехал. Нет. Странно, что-то я сильно много выгружаю. Хотя, по-моему,
поменьше же принес, там 700 чем-то было, если я не ошибаюсь, так. Ну ладно, сейчас выгружу и продолжим. Бля, как-то я заебался уже выгружать, на самом деле. Что-то много, я же поменьше принес. Что так много руды, я не понимаю. Реально. Прям очень много руды этой. Ну, это хорошо, наверное, мне много заплатят. Ну, побольше заплатят. 2001, 2001 год, пацаны. Я еще 98 года рождения. 2001 мне было уже 3 года. Прикольненько, да? Так. Давай. 2060, ну это уже перебор. Что-то, блин, реально много выгружать. Что за прикол? Странно. Так, он поехал, пацаны, давай. Давай, бежит, толстячок мой. Видите, вот сука, трудно догнать. Блять, стой, сука. Где я, детка? А еще так залезу, меня снесет, по идее. О, я проехал, пацаны. Так, Рофим, давай. Пригинаемся. Я, ну это теба реально, это теба просто. Не знаю, мне реально, блин, ну, надо приходить, пацаны, когда здесь много людей, тогда вы поймете, в чем, почему это веселая работа. Ну реально, здесь не скучно, когда много людей, понимаете? На лесорубах вы такой хуйню не пострадаете. Ну что ж, я думаю, на этом будем заканчивать, но перед этим я вам скажу еще кое-что. Пацаны, реально, просто просмотров, да, вроде бы более-менее нормально, хотя, блин, на 10 тысяч на канале, пацаны. А вы 100 лайков не можете даже набрать. Просмотры, я уже молчу, там, по 1000 или набирается. Хотя, блин, я снимаю прикольные видосы, я стараюсь. Я много видосов выкладываю. Я сначала думал, что, типа, вот, типа, такая плохая активность из-за того, что я в день по 4 видоса влаживал на прошлой неделе. Кстати, да, старался для вас, но вы что-то не оценили, там просмотров мало. Тесты, я так понял, вам не заходят. Что бы вы хотели, чтобы я снимал? Вот серьезно, что бы вы реально смотрели? Вы напишите в комментариях, а кому нравится идея там другого человека, то поставьте лайк, чтобы я знал. Серьезно. Ну, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Приходите здесь, работайте. И всем пока-пока. I said, man, I'm all